уважаемые подписчики, зрители моего канала. Всем добрый день. Сегодня у меня компенсатор большой, с дизеля, с большого. Лопнула нержавеющая на нем сильфонная гофра. Я смотрел, как здесь подобраться. Не мог. Видео не стал снимать, не знаю по какому поводу. Вырезал кусочек болгаркой. Сейчас зачищу и буду варить. Посмотрел, что нержавейка плотная, толстая. Хотел запаять сначала припоем с горелкой, но решил буду паять, ну, варить полуавтоматом нержавеющей проволокой. Сейчас здесь зачищу. Есть у меня щеточка вот такая полимерная. Очень хорошо чистит. Хорошо, что вырезал кусок. Тут видно, докуда трещина дошла. Она, то есть здесь расширена, пока мы чербачок вставили. А трещина идет вот до сюда же. Здесь расстояние где-то, ну, сантиметров 10. Хорошая такая трещинка. Сейчас все зачистим, все на весь нагар. И будем варить. Тут я приготовил сварочный аппарат, массу, держачок. Здесь у меня вот такой есть автоматик. Он варит и ручной, и не плавящимся электродом. И вот нержавейку варить будем сейчас. И алюминий варит, и алюминий кремниевый, и алюминий магниевые сплавы. Там я уже зарядил проволочку нержавеющую, миллиметровочку. Здесь у меня смесь газов. Аргон плюс CO20, CO2, 80 аргон. Я его помолотал, смешал, чтобы все там было хорошенько. Такой у меня есть двойной ротометр. Здесь у меня... Сейчас я подключил сюда, вот к этому шлангу углекислоту. Открыл его, этот закрыл. Это у меня на неплавящийся электрод. Здесь я тоже все подготовил. Вот так это выглядит. Сейчас я эту трещинку попробую подзажать, чтобы она не была вот такой большой. И будем варить. Поднастроились маленечко. Отверстия заплавили, которые пропалили. Сейчас дальше пойдем. Ну, так у нас получилось. Не очень качественно, но ничего страшного. Лишнее подточим, уберем. Часть мы заварили там, где могли подлезть. Осталось верхнюю здесь запаять. Вот, здесь надо запаять между швами. Будем паять прибор, припойчиком ПСВР, или как парни там называют. Я его называю просто чернуха. Горячее сейчас под огнем здесь. Слишком много огня. Нержавеечка тонкая. Вот так вот у нас получилось запаять его. Конечно, не все красиво и ровно, но так лучше, чем ничего. Ну, а снизу здесь нержавеечкой. Сейчас мы используем вот такую вот кислоту. Она для очистки у нас нержавейки. Сейчас ей почистим, чтобы хорошо было видно. Ну и плюс, не так уж грязно было, хотя это просто компенсатор, но посмотрим. Вот так вот сейчас кисточкой размазываем все это по кислоте, по нержавеечке. И уже видно, как она осветилась. Сварочный шов у нас, который был грязный, он уже стал светленький. Сейчас мы еще здесь немножко подержим ее. И все очистится, то, что есть. Ну, то, что есть, очистится. Что не очистится, мы просто смоем, да и все так и останется.
Видно вон, если хорошенько присмотреться, пузырится прямо. Видно, как пузыри отъедают ее. Грязь все. Когда отмоем, я вам покажу, как она будет выглядеть чисто. Кисточка, которую мы мазали кислоту, у нас комплекта. Нагнетатель наш. И просто смываем всю кислоту и все. Проволока тоже применялась нержавеющая. Все, теперь вот так вот выглядит наш компенсатор. Чистенько, красивенько. Тут вот видно медные вкрапления. Не знаю, правда, откуда они взялись. На этом работы с компенсатором закончились. Всем спасибо за просмотр. Всего доброго. До свидания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, переходите по ссылкам на Рутуб и Яндекс.Дзен. Подписывайтесь там и смотрите видео.